Не волнуйся, я сделаю все, чтобы получить работу своей мечты. И какие же у вас навыки? Знаешь, какие навыки? Навыки твоей жене вставлять. Раньше со мной никто так не разговаривал. Потому что все были сильно заняты, вставляли твоей жене. Ты принят. Ты вступил в половую связь с коллегой на куче продуктов, приготовленных для продажи? В пятницу я трахнул ее морковкой, а потом продал морковку семье с 4 детьми. Это смело. Нам нужны смелые. Я тебя повышаю. Ты б сходил к психологу, что ли?